На очистку городских магистралей дополнительно вывели 140 единиц техники. Еще порядка 40 машин займутся очисткой тротуаров. Последствия обильных снегопадов в эти выходные постараются вывести до наступления низких температур. Больше всего в уборке нуждается северо-запад города и микрорайон Парковый. Наталья Котова также обратила внимание на проблемные участки в Чурилово. Есть обращение, жители жалуются на то, как идет уборка дороги от наледи, особенно на пересечениях улиц, на остановках, так, в карманах. Хорошо? Принято. Отработаем. Тем временем желание мэрии улучшить городскую среду встретили сопротивлением и угрозами. Преступные группировки выступили против сноса незаконных торговых объектов. Глава Челябинска обратилась за помощью в полицию. Заявление прозвучало на аппаратном совещании. Есть организации, состоящие предварительно по данным из 12 человек, которые угрожают сотрудникам городской среды и подрядной организации, которая работает по сносу некапитальных торговых объектов, жизни и здоровья. То есть эта информация в письменном виде сегодня будет до вас доведена. Наталья Петровна принимается, руководитель уже у меня в приемной. Сейчас мы проведем рабочую встречу и определим мероприятие. В Челябинске собирают новогодние посылки на фронт. Акция прошла в одном из ТРК города. 24 декабря в Горках снова пройдет сбор подарков для солдат. А для детей мобилизованных южноуральцев стартовали специальные праздничные мероприятия. Спектакли в театрах и новогодние елки. Также к ним в гости собираются прийти аниматоры с поздравлениями. На этой и на следующей неделе будет организовано индивидуальное поздравление Дед Морозом и Снегурочке детей из семей мобилизованных граждан. Помимо этого, 21 декабря волонтеры проведут праздничные мероприятия для клиентов комплексного центра социального обслуживания Центрального района. В рамках подготовки к Новому году в Челябинске не только украшают улицы и возводят ледовые городки. Ведется активная работа по предотвращению возгораний. В праздничные дни увеличивается количество пожаров из-за неправильного использования пиротехники. Администрация и МЧС проводят инструктаж с жителями и трудовыми коллективами. Наталья Шмухаметова, Урал-1.